9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Праздник посвящен одному из особо почитаемых святых на Руси – Георгию Победоносцу, символу воинской славы России. По преданию, в этот день святой одержал победу над змеем. В станице Северской состоялось траурно-торжественное мероприятие, посвященное этому дню. Но этот праздник касается каждого из нас. Ведь именно благодаря героям мы сейчас имеем возможность жить под мирным небом, с уверенностью смотреть в будущее и гордиться нашей страной. История нашей страны изобилует примерами великих свершений и побед. Мы горды тем, что в истории нашей страны, уроженцами станицы Северской, вписано немало героических страниц. Пусть память о павших навечно останется в наших сердцах. Мы преклоняемся перед ними, а присутствующих я сердечно поздравляю с этим праздником, искренне от всей души желаю мира, добра и мирного неба. Имя Георгия Победоносца носило высшие награды Российской империи, а георгиевская лента стала одним из символов Великой Отечественной войны. На митинге вспомнили всех воинов, кто ценой собственной жизни защищал Отечество от неприятеля. После минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к братской могиле 28 советских воинов.